Благотворительный автопробег «За Россию» из Подмосковья в Донбасс стартовал из Видного. Он приурочен ко Дню защитника Отечества и годовщине начала специальной военной операции. В автопробеге солидарности с вооруженными силами России приняли участие волонтерские организации, казачьи сообщества, неравнодушные жители Москвы и Подмосковья. Мы объединили некоторые сообщества из Москвы и области, а также по России. Это к нам присоединяется Воронеж, Ростов. Это сообщество, которое поддерживает на протяжении года. Кто-то позже присоединился, наших бойцов в течение всей СВО. Наша цель – показать поддержку о том, что поднялась вся Россия. Потому что если мы не будем их поддерживать, то будем у себя во дворах рыть окопы. Вы до конца, я так понимаю, да? Да. До конца поедете. Первый раз вообще вот участвуете в подобного рода? Да. И с вами кто, друзья? Супруга, друг. Колонна с ценным грузом проследует до границы с Донбассом. Мы везем подарки нашим бойцам к 23 февраля. Хотим их порадовать и передать приветы теплые с большой земли от родных и близких. По ходу следования автоколонны к ней смогут присоединиться все желающие. Ожидается, что в благотворительном автопробеге примут участие более 100 машин со всей страны.